Зимой 1914 года Самара жила самой пестрой жизнью. Так, в общественном собрании состоялось благотворительное утро в пользу недостаточных учениц высших женских курсов. А в доме для рабочих на Ильинской площади тоже драматическое утро, поставленное уже литературно-музыкальным кружком под управлением Богословской. Что же касается Самарского окружного суда, то там тоже прошло такое утро, и весьма драматическое. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».